Опцию вы не поставите? Вы мины имеете право ставить? Нет. А я? Нет. А бог. Готов? Раз, два, три. Блядь. Кьюш, перезаходи. Бросай тряпку, перезаходи, побежал. Почему? Хочешь выиграть до 150 тысяч кристаллов, а также 15 инвайтов на закрытые бета-тестирование игры Танки X? Тогда лайкай этот видос и подписывайся на мой канал. Более детальную информацию смотри по ссылке в описании. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, с вами Дим Федоров, Энигма, Килжит и Жека Микс. Всем привет, друзья! Привет-привет! Привет. Сразу хотелось бы сказать... Вообще не Килжит, а реактивный убийца. Перебиваешь. Короче, друзья, сразу хотелось бы сказать за ваше поведение на моем видосе предыдущем. У меня нахитнулся Premiere Pro, и, конечно же, некоторые моменты так подлагивали. Я показал Миксу видео. Микс, у тебя да, я понял, голова? Что вы ебаные уёбки. Пару раз подлагнуло, буквально там 4-3 секунды, ну, раз, может, 4 за видос, а основной видос получился нормальным. И вы, педики, наставили за эту хуйню дохуя Диману дизлайк. Да, такое ощущение, что он специально. Такое ощущение, бля, что он специально сделал эти лаги-баги в Adobe, бля, чтобы у него отмонтировалось херово и выложил для вас, чтобы вам глаз резало. Многие, конечно, адекватные там, что ли, уже сейчас, около жесть. Косаря лайков. Вот, но 100 с хуем дизлайков, это вообще там не по понятию, так уже. Что... Я просто в ахере с вашего поведения, друзья мои. Так что, если вы узнали, что вы один из этих педиков, который поставил дизлайк за мини-лаги, то, блядь, или исправляйтесь, или пошли нахуй с канала. Вот именно. Как сказал, блядь. Сказал, как отрезал. Давай. Артуем, нас бацилла сегодня. Чё? Давайте, на камень-ножницы. Камень-ножницы, бумага, Цуефа. Килджит, то есть ты, бля, а, или кто там? Ты не написал. Микс, ты не написал. Ну, я как бы камень, ну и похуй. Раз, два. Да стойте, блядь. Три, давай, ну. Стойте. Раз, два, три! Ну, ты там Диман выиграл. Давай теперь уже. Отлично, я выиграл. Раз, два, три! ББК. Килджит у нас ловит, все. Килджит. Так, а мы за красных, Килджит за синих. Вообще, значит, на обум ставим. Мы за синих, наоборот, да. Килджит за красных. Сразу хотел сказать, друзья, вы не набрали 2000 лайков, вы набрали 200 дизлайков, поэтому желания в этом видосе не будет. Поэтому давайте так, вы справляетесь на этом видосе, ставите 1500 лайков, снизим планочку. И тогда, Килджит, перезаходи. И тогда мы запишем для вас на желание. Все? Какое нахуй желание дизлайков они понаставили за микролаги, бля? Вы куда, куда зашли? Вы должны были за красных. Мы за красных. Ты что, Килджит, реактивный убийца, блядь. О, ты... Диман, за одну сторону. Диман, блядь. Барака яйцеголовых, сука. Короче, не, на самом деле, я просто... Пошли ртуго блокировать, Энигму, блядь. Пошли, короче. А где флаг? А, вот он. А где Килджит? Сейчас вот... Я уверен, что... Так вот там тот флаг, Жека, тот дефить. Так я понимаю. Мы его там никак не задефим на дороге. Или что, можем? Не, мы уже не можем, друзья. Все, коробку тикаем. Тикаем. Мы уже ничего не можем. Энигма, залезай на меня. Хлопцы, вы не поставите? Вы мины имеете право ставить? Нет. А я? Нет. А бог. Готов? Раз, два, три. Блядь. Килжит, перезаходи. Бросай тряпку, перезаходи. Побежал. Почему? Энигма самоуничтожился, он тебе бацилла. Кидай тряпку, перезаходи быстрее. Жестко, жестко. Я Килжит, пока ты думаешь, это уже проиграем, блядь. Успели? Успей. Ай, блядь. Враг. Микс. Да Килджит сейчас. Давай я тебе кину. Кину тебя. Я сейчас Килджит оставлю. Не надо, все. Я думал, реально его закину, тут, блядь, хуйня. Да, закину, да, что же подставил. Вот так. Килджит, солнышко едет с тобой. Зайчик. Мы мины не можем уже ставить, да, получается, я же все просто забыл. Отлично. Где вы, детвора? Я легко поставил мину. Прям посередине. Спасибо, Читпак. Иди сюда, баржитист. Догони. Найду и догоню. Смотри на них на курочках. Подошел. Джетпак, ты где? Джетпак, ты че улетел? Смотри, какой быстрый, блядь. Тихо. Где ты? Ты где? Тихо. Да я не знаю, а ты где? Джетпак. А тебя не смущает, Жек, Плюс, что твои краски резист? Жек. Твои краски резист? 15%.
Это Уэльс, блядь. Он проебал. Уэльс. Не считается уже. Все, Килч, сосем. Газуй отсюда. Давай, давай, пытайся. Вперед, едь назад, точнее. И подтолкни меня чутка. Сегодня едь сюда. А куда он свернул? Ах ты паскуда, блядь. Где вы? Подождите, две минуты, это уже опасно. Уходи от меня, нахуй. Уходи. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Она терпелась, наждалась, я любовью обожглась. Но сука, блядь, нема. Как будто снова родилась. Чё ты ебался нахуй, моя аптека? Моя... Уходи, дверь закрой. У меня да, Диман! Теперь хорош, Диман. Другой. Спасибо. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. На любовью обожглась. Че, он прыгает, нет? Минима, ну что там? Ладно, я полторы минуты, сейчас все будет. А, вон, джетпак, ты сюда, джетпак. Давай, 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 давай. О, все! Диман, молодец, минка сработала. Диман, ты на самом верху подорвался? Нет. Я подорвался возле флага его. Мины. Я ж срал, я ж не тупой, я все еду. Там тоже чудом эти мины объехал. Придурок, ты Энигма, я тебя ненавижу. Love you. Ну я тебя убью сейчас. Убьет он меня, наивный, бля! Джетпака лучше лови его, сон, блядь. Хотя его тоже хер зловишь, он быстрый, блядь. А где флаг? Тебе сначала надо флаг взять. Смотри, какой прыжок, Евгений. О. О! 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 Энигма! Ха-ха! Иди сюда, братишка. Иди сюда, мой сладкий. Диан, ты, по-моему, попутал чуть-чуть. Блять. Что там происходит, расскажите. Минку настри, может кто взорвется, Диман. Проиграл подсельщик, Диман. Хороший Нима спас, блядь. Нима, ты меня знаешь, чем бесишь? Переходите. Во-первых, ты поставил мину. Стойте, не заходите, я не ставил никакую мину. Это во-первых. А во-вторых? Вы заходите? Готовы? Раз, два, три. Слушай, я давно зашел, если что. Во-вторых? А во-вторых, ты еще меня подставил, когда я прыгал, ты меня минус кинул. Ну, только ты хорош. Так ты подсыла, ты туберкулез. Болезнь надо выкурить. О, Евгений, убегай! За джетпаком полетел, наивный, блядь. Хоть ты в минус упал. Помоги! Помогите! Хау! Помогите, Жека! А, тихо! Сука, пошел! Кросс! А, чмо! На! Зря ты меня убил, а мог бы поехать. Сейчас вообще никак, блядь. Ты застрял, что там толстяк, блядь. Братан, я не знаю, как ты криво так застрял, но... Я встал случайно. Как ты так мог встать там прям в этом упоре, блядь? Я не знаю. А где флаг? Да, пока есть тактика. Я... Пошути его в коробку возьмем, бля, как в тот раз. Давай. Ах ты, коробка, блядь. Не дай бог сзади сейчас подохнуть. Сзади надо было блокировать, он был выше. Дебилы. Килл же. Ладно, я респился. Килл же. Что? Что я должен был сделать? Блядь, ты стоишь. Должен сзади был подъехать, мы бы его в коробку взяли, весь раунд держали, блядь. Пацаны, я... Лага на чмо. Без флага был. Куда ты без флага меня сосать стал? Чуть-чуть, мне писюлечку. Я больно набил. Это как-то жестко, по-моему. Уходи, Килджит, блядь. Ран минуту насрал опасную. Прям возле аптеки, пацаны, возле аптеки мина. Опять за джекпаком. Блядь! Хорош! Онлайн, блядь. Ты знал, что было? Он, короче, на меня прыгает и... Стой, а блокировать. Пошли возле флага, попробуем в коробку. Нет, он лагает, он уже возле флага. Он лагает, он сквозь себя проскочит, я пытался уже. Я читер. Да по-любому. Он за джет.
джетпаком поехал. Джетпаком? Помнишь? Джетпаком. Я себе сделаю назад мой назик-зверь, блядь. Вот это я был жесткий. Я буду назик-зверь-убийца! Ух ты, Минка! Джетпак! Хорош! Диман, джетпак. Я тебя в попу целую, блядь, как. В минусе побежал чуть-чуть. Спасибо за твой... твою нежность. Джетпак, сюда! Там мина джетпак, осторожно! Джетпак! Ебать, ты ничего достать не можешь, Ракал. Улетает! Улетает джетпак! Ох, быстро, паскуда. Да что так, не ту цель, по-моему, Энигма выбрал. Ах ты джетпак, подлый. Один, пицца. Ла-ла-ла-ла-ла. Чё, не догнал ещё? Нет. Нихера, я пошёл, уже поссать успел. Вот ты где? Я? Где Энигма? А, Энигму не знаю. Ну, наверх едет. Так скажи. Микс? Да ты заебал, Евгений. Микс, 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 микс. Все хорошо. Я ж тебя за рот сосу, тут зря ты, если ты, блядь, герой поехал. Ух, манать, это мина. Пиздец. Ох, еще одна мина. Пиздец, наездився, блядь. Ааа, блядь! Да иди нахер! Всё, наездився, на, понятно. Тема бомбанула, да? Летчик долетал, блядь. Опять твоя чмошная мина. Гагарин долетался, а ты допиздился. Не смешно. Бля, надо было в фантоме держать, нахуй. Ох, давай, давай ты на это можешь. Я ухожу, Дима, ладно, спасибо. Давайте схаваемся так, чтобы він не найшов нікого з нас. Ховайтесь, пацаны, ховайтесь. Я сховался. Почти как Хованский. Я сховався тоже. Ты да, сховався. А, Дмитрий нашел мою хованку, бля. Вот нашел, где я ховался. 17 секунд у вас ховалки. И да, он не зловит меня. У меня хорошая хованка. Ну блин! Ванна, ты посмотри! Диман, мне что-то это напоминает, блядь. Хорошая хованка. А самое, знаешь, прикольное в чем? В предыдущем раунде я хотел тебе помочь и подставился. И в этом раунде я тоже хотел тебе помочь и подставился. Хорошо, заходим. Кажется, до трех побед играем, ребят. 2-0 на мои, на мне. Я честно смехнул клавиатуру, сейчас поломалось и все, не роб. А не роб. Пиздец. И, кстати, они заканчиваются одинаково. Ставим лайки за это. А ты понимаешь, ты уже 2-0 проиграешь, ты 2 всосал. Даже джетпак не проиграл. Энигма, Килджет, блокируем Димана, где он? Я вверх блокирую, но он понизом. Килджет, блядь, помогай мне, сука! Лайкер, Килджет! Я никогда это не делал, я не умею. Килджет! Еби меня, семеро! Все, Евгений догоняет. Вот джетпак это... нахуй. Я ни разу не блокировал, я не умею этого делать, иди в баню. А когда ты наркобои играешь, ты блокируешь, чтоб флаг не взяли, блядь! Да. Блокировал, блядь! Да что твой дед, твой... Паскуда. Я ни разу не блокировал! Не побей ты меня, не побей. Не побей ты меня, не побей, блядь! Ты боишься просто крыса проиграть, сидишь там на краю карты, не подъезжаешь, Килдж. А, это я на Соликамске. Сижу наверху. А вот Энигма где вот шкерится? На Соликамске я красивый. Спасибо. А где киллер-убийца? Ой, я чувствую, он пиздец. Ой, Евгений летит, блядь, тихо. Тихо. Невидимка. Я невидимка. Смотри, смотри, как я спрятался, охуенно. Я тоже спрятался. Килдж, за тобой, джетпак. Не трудь, джетпак. Рано пока, хотя ладно. Пацаны, уходи! Пацаны, я тоже спрятался. Все отлично. Да ему пофиг на всех, он за мной бегает. Да конечно, если ты его поставил в начале раунда. Джетпак! Джетпак! Джетпак, не веди его ко мне. Джетпак, давай! Аптеку, джетпак, аптеку! Джетпак, кружись! Кружись! Джетпак! Джетпак!
Где он? Сзади тебя, братан, тебе хана. Ноль хп! Лол хп! Лол хп! Джетпак, все. Я ушел, нет! Ну-ну-ну, пожалуйста! Нет, ноль хп, джетпак. А, все-таки догнал. Все, джетпак. Теперь это все, это так и будет три победы, да? Три проигрыша надо? Нет, да, три проигрыша. Так что все, это джетпак до конца. Не, знаешь, кто проиграет сейчас в этом раунде? Я прям чувствую своим сердцем, потому что я сейчас куда-то поеду, опять подорвусь на мини, опять за минуту до конца я буду, конечно, вас догонять, никого не найду, и, короче, подорвусь еще и в минусе лягу. Ты просто до 10 минут видос дотянул и хочешь слиться, я все знаю. А, пиздец, да-да-да, хочу слиться. Пошел ты нахер, ты меня два раза подставил. Где джетпак? Джетпак едет! Джетпак! Он на красный пас едет! Он поднялся! Он за мной, джетпак! Джетпак, помилуй, джетпак! Джетпак! Он быстрее, его бас, его оса быстрее! Я же смотрю на места, угораю. Помилуй! Помилуй! Ой, мать, еще и минки настал. Аптека, по аптеку. Энигма, мне Энигма съел аптеку, нет аптеки. Энигма, ты педик. Да у меня тоже... Ай, ты мол! Джетпак! Ой, джетпак, иди сюда, на, джетпак. Помогите, помогите! Машина еще была, ну... А, кто-то уже подорвался. Энигма, иди сюда, пока! Сладко. Пока, Энигма! Джетпак, сюда! Рвать, метать, убивать, да? Блядь! Ну давай, попробуй. Сука, я твой РПГ, блядь, джетпак, нах. Сейчас ты наедай. Ну, давай. Пак, ах ты паскуда, ты меня словил специально за мной ехал, ах так-то, блядь. Опа, флажочек. Пак. Пацаны, вы меня видите? Джетпак сюда! Я там уже стою около минуты пять. Не, ну, около трех. Джетпак, вижу! А сюда! Ну да, давай. Джетпак! Право-лево! Вверх! А давай вверх. Полетели. Джетпак, ты дурный, что? Убегай! Джетпак! Ты что, специально слил? Нет. Так нафига ты тут все пихал? Типа антенн. Кому вы не надо? Таминка, острог. Блядь, думал спасу. Джетпак, да выебывайся, да. Блин, я надеюсь, тебя в минус кинул. Можно было. Ну что, давайте сразу перезаходим. Да, сразу перезаход, 17 секунд. Один на киллжике, два на мне, и получается за трех побед играем. Поражение, точнее. И на мне один, а нет. Нет, на тебе нету. Блокируем. Да. А на Энигма чё? Он зареспался возле пляжа, наверное. Джетпак? Где он? Он, скорее всего, верхом будет, он же летает. Да, а нет. Да, верхом, джетпак, верхом, давай уходит! Давай на флаг, Энигма, прыгает. Вернем его. Он сейчас сам перевернется, что ты его перевернешь. Тонны, блядь, вот. Джетпак, ты раньше чуть-чуть времени начал сосать флаг. Джетпак! Ну вы вообще тонны, пиздец, такие, бля, уёбки, я хуй знает вот на вас с вами, блядь. Уёбки, взяли все, уехали, встали бы втроем на флаг, хуй бы он чистил. Ну вот, теперь, вот. Килл же, Дрик, заходи! Все, педики, блядь. Да кончили ты БФБ? Я один хер не понимаю, Энигма говорит, он сверху? Нет, не сверху, сверху, нет, не сверху. В итоге я иду наверх, он уже пролетает возле меня, я хотел перевернуть. И переворачиваем его, блядь. Он сверху был, если бы он... Я сверху чисто. Энигма, тебе пизда, я тебе говорю. Ты придурок, Энигма. Он сверху, не сверху, я иду наверх, короче, он сквозь меня пролетает, я бы хоть его заблочил немного. Да я тебя ловлю, мне похуй, чмошник. Давай, сделай это, давай. Флаг сейчас тебе затроллит, раз, два, три. Пух! Нет, блядь. Все, едет за мной, киллер-убийца. Флаг гинет, придурок. А мне можно тоже. Джетпак. Как смешно уже, да? Они летят. Он летит за мной. Только за мной он меня ловит. Евгений. Ты ж мой, да, пидмануло! Ну чё ж ты бьешься? Блядь!
подстава ебаная, блядь. Да ты специально за мной ехал. Это потому что вот Кенниш меня подставил, я его поймал. Ты меня подставил, козел, свалили вместе с Диманом. А Кенниш разные проиграл, надо их заров... Блочим, 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 блочим. Нет, мы уехали, там не вариант. Заблочил Диман, мне понравилось. Вы уехали все? Да. Джетпак, джетпак. Где он, Диман Инфу? Он на флаге, ездил наверх. Я вижу джетпака! Ой, нет, я уже на те же грабли не встану. Да, конечно, конечно, да! Живи, аптеку, нарь, ДАшку, аптеку, аптеку, да. Диман, спаси его. Чай-чай, выручай, да? Я без ДАХ, я помог бы. Аптеку, да-да-да-да-да. Стенка на стенку, да? Я уебываю, блядь. Как он сквозь меня тебя бил? Что это за херня? Может, Энигму Минку поставить? Нельзя. А мы друг друга можем лечить? Ах ты, Диман! Ах ты, подстава! Я поехал, короче, прости, братан, я пытался, я не получилось. Все. А почему ты говоришь, лечить нельзя? Спасибо, Килл. Лечить нельзя, это было бы тупо, бля, мы вдвоем лечили, блядь, что бы он сделал. Да, он бы ничего не сделал. А я, кстати, не видел ту мину, ты бы хотя бы сказал бы мне. Точнее, ни хера не сказал бы, да. Он тут треснулся, возвращайте. Да пусть возьмет, что ты бежал. У меня есть офигенная тактика. Дима, дай на тебя залезу, Дима. Че, паркуристы, да? Джетпак, сюда. Ну, куда меня отвези? Понял. Джетпак, ко мне, за мной. Да, блин, ну, Диман, ну, помоги чуть-чуть-то, блядь. Джетпак, за мной, джетпак. Давай. Деревянный стоишь, блядь. Джетпак. А где ты? Джетпак, едь, джетпак летит. Он летит. Блядь, он тактику верхом выбрал. Диман, зачем так жестко? Я не понимаю, блядь. Тихо. Да нет, все, Микс уже уничтожился. Тихонечко, плавненько, Диман, ты как этот, блядь, ты же знаешь, что там киллзона. Да, а ты уверен, что если я бы тихонечко тебя бы не самоуничтожило? Ну, возможно бы, нет. Да мы проверим. Возвращай. Нахера, Энигма, придурок? Да я це тупый, да. Да ты тупый, да. Да, да все, Жека проиграл, все ясно. Сейчас ничего не ясно. Все вже ясно. Давним-давно все ясно. Джетпак, що ви двоє на цьому діляться? Чи ви двоє наверху? Он наверх. Понятно. Кілджет, увікай! Увікай, Кілджет! Джетпак, ти тупий, блин. Ти що гониш, джетпак? Аптека там лежить обична, бери її теж. Успієш 12 секунд прожити. Только реверсом не їдь, там мінка може бути. Баллона у него нету. Да ладно! Ты гонишь? Охренеть! 2-0! А то есть получается, что я проиграл сейчас, да? Да, ты проиграл, он тебя успел убить. Охренеть, последняя секунда. Жесть. Микс, ты реально сейчас затащил, слушай. Чё-то жестко как-то. Переход делай. Перезаход. По 2. Я это с яблоками. Чё? Пиздатый шампунь. Кора дуба. Блочь. Лечение волос. Против перхоти. Где он? Джетпак летит. Он по любому верхом, он же джетпак. Какой верхом? Его нет на карте, потому что я его спрашиваю, каким шампунем он голову мол. Обожаю. Как его время идет. Каким шампунем голову там, Сань? Да я вообще только из душа. Жарко же. Каким шампунем голову там мыл? На тебе все расскажи. А ты облепихой. Это от. А дуванчиками. Чтоб не выпадали волосы, бы. Конечно. Противно. А то как этот, как Хусейнов стану. Жека, давай я тебя закину. Рано. Переваливаем. А, теперь можно. Ребят, может, поможете? Да не. Тебе уже ничего не поможет, Диман. Подорвался. Хера ты ржёшь, крыса, засел на него. Я сейчас тебя убью, отвечаю. Меня? Нет. Энигма, давайте я с Жекой ещё ни разу не умирал, давайте хоть нас словите. Давай, Жека, поехали сюда, залезем. Диман едет. Подлый предатель. Давай, Жека, сюда, быстрей.
Вот почему вы такие глупые, я хуй знает, бля. И ни у кого даже из вас... Я ебал вас в рот всех. Не появилось тактики. Он, это было понятно, что он поедет по центру в этом узком переходе. Это можно было его заблокировать нахуй с двух сторон, бля. Стыдно. Чё ты такие тупые? Бля, чё не ебнулся. Где этот кик? Вон он там. Чё, Нигма, как там? Всё, всё, я... Смотрите на него, смотрите на него. Очень прикол. Чё? А проиграл я. А чё ты? А, ты самоуничтожил? А, ты на минке. Нет, я на мину подорвался. Я такой, еду, думаю, чё там с Энигмой, чё происходит, надо глянуть. И без Дашки на мину. Вообще Энигма везунчик хрена. Энигма, ты реально везунчик, то он первый. Так, ну чё, короче, сейчас Энигму выбираем своей целью, да? Да, Энигму выбирай, правильно. Где этот джетпак, блядь? Энигма, придурок, хоть флаг иди подержи. Писюн твой подержи, блядь. Диман, то есть у тебя никаких вопросов не возникает? О, здорово, Микс. Ну я летел, Микс, помочь тебе. Ой, Кирилл, ты пиздобол. Я, говорит, выбираю Энигму. Блин, ну... Вот пиздобол. Ну я смотрю, Микс флаг лежит, кидай, уходи отсюда. Кидай флаг, ты уже на бассейне. Энигма, иди сюда, блочить будем. Да вернешь, все, то нормально. И так флаг 30 секунд и возвращается. Тут нема смысла блокировать, ты понимаешь, Диман, че не? Понимаешь? Блядь. Жак, ты за ту Тиму. Блядь. Спасибо, я не... Жак, спасибо, я теперь не в минусе. Жак, я взлоханулся. Заебись, Жак, спасибо. Я тут валялся так, так в печали. Думал, что робити, кого просити помогти. А то Жак сам поміг тебе, дякую. 1:39. Давай килдж ты себе туда закину. Килдж. Нет, спасибо. Что знаешь, что сам уничтожить, да? Молодец. Умный мальчик. Буду герочек пушь конфету. Димон, к тебе идет. Кто? Он за мной летит, он за мной. Он подлый, подлый. Его, братан, ничего личного. Злокор. Подлый. А злокор. А злокор. Подлый, подлый. Так ты. Джетпак, блядь! Я думал, ты за мной поедешь. Слава тебе, господи, блядь, ты выбрал всего тупого килда. Бляха, бух. В минусе? Да. Отвечаешь? Да. Ну я никак тебе не помогу, братан, прости. Да, ну хрен с ним, короче. Стой, 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 килджит, я же Диман. Уже все вышел. Да я это, знаешь, когда минус, я уже, знаешь, он вышел уже, Микс, перезаходи. Давай, давай, бри. Микс. Нахера ты не отсосал? Блин, тут надо вообще... Чё-то жёстко. Ой, ты дурак, Килджит. Я вообще хотел тебя только что... Ты бы лежал в минусе. Да я бы... понял, понял. Я бы пиздил Димана и специально пиздил его долго, типа. Ну, на нулях его оставил, ездил бы за ним. Потом осталось бы секунд 20, я бы его ёбнул, пока он перезаходил, пока чё, у тебя была ещё аптека, он бы тебя не успел ёбнуть, даже если ты в минусе лежал. Хорошая тактика. Ну, это моя ошибка. Конечно. О, здорово, пацаны. Здорово. Привет. 13 секунд, успеешь? Четпак. А сколько на тебе килджит смертей? Да, это последнее. Третье будет. Это последнее будет. Пизди меня быстрее! Меня пизди! И продолжаем летсплей, продолжаем. Я охереваю, нахера. Фига тут самопожертвование. Жека, все. Радуйся, килджит, радуйся, тебе помогли. Спасибо. Перезаход. Так чё, перезаход? Да. Сейчас. Жак, это друг. Вот это тимплей, капец. Вот это же был бы перезаход. Или что? Давайте перезаход. Всем по два сделаем, и это, чтобы на 30 минут... Потом я буду рандрить часовой видос. Так мы за твою монетизацию переживаем. Да. Поверху пошел. Давайте сюда, в эту дыру залезем, и будем там сидеть. Понизу пошел, блочьте его, ну ё-моё. А ты сам чё наверху, паскуда? Я сказал, понял. Ну такой, ребят, вы блочите, но я ушел. Всего хорошего. Спасибо, Дмитро, блять, Ивана. Помоги теперь. Помоги! Что, минус ушел? Нет. Нет. А где он флажком-то? Куда ты толкаешь? Придурок, ты че такой толстый? Че, салат обжался? Еще раз. Пацаны, а че тут, че там, как? Как оно? Хуёво, всё хуёво. Чё, дёте? Рубрика. Давайте ещё Рома позовём, пусть ей будет. Убей меня, Жека. Чё?
чё, блядь? Рубрика. Чё, Диман проиграл или чё? Да, да. Сейчас, подождите. Так зачем вы все? Куда Килл? Ты дурак? А чё вы меня набываете? Килл, ты вышел? Ой, придурок, иди теперь за бациллу. Иди в баню. Иди за бациллу, если ты вышел, то ты за бациллу идешь. Ты... А вдруг ты перевернулся там, Килджи? Да, иди за бациллу, всё. Да, вдруг перевернулся. О, теперь Энигма за бациллу. А теперь Энигма за бациллу, да, все, Энигма идет за бациллу, он точно в минусе лежал. Килджи, ты проверенная инфа. Придурок, он вышел опять. Где он поедет? Давайте. Пошли эти блокировать, заебали, хоть раз в жизни. Блокировать не умеет, ты тупица. Знать бы, где он едет. Сейчас поплачете, как краба. Надо его в коробку взять. Он, смотри, он там будет, справа. Да нет его, справа. С его базы. Справа просто в коробку берем и сверху. Вот сверху идет, сверху идет. Да ты придурок, справа сверху и потом дебилы. Говорит. На флаг встали дебилы. Быстро, блядь. Килзита надо доебывать. Да, Килзита можно по-другому доебывать. И все, да. А мне кажется, Ледник бы только что читернул чуть-чуть. Даже так? Да. Сквозь меня проехал. Сука, иди раз перезаходи за бациллу еще раз. Читы оф, блядь. Аптека нужна, Микс? Хуя, блять, вратан мне надо. Едь, короче, по пляжу. По пляжу едь. Да отойди, Диман, блоч. Хорош. Thank you. Отлично. Погнали дальше. Домой дойду, подключусь. Давай. Давай, Роб. Я будешь, Диман? Он без аптеки, Диман. Я без аптеки. Не, все, это скорее сейчас смерть Димана. Так может мы ему поможем, блядь? Придурки, я опять вам помог, а вы что? Хорош, давай, 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 нормально, нормально, Диман, нормально, уебал. Едь наверх, Диман, пропадай. Едь наверх. Едь наверх, блядь. Самое прикольное то, что у меня КД. Ах ты, сука, КДшная, блядь. Паскуда, блядь. Хера вы стояли? Да как я докинул же, такой, ну скорее всего ему пизда и стоит наверху. Угу. Я хотел ему помочь, угу. Мне кажется, или кому-то что-то капец, по-моему. Пацаны, я тут чуть-чуть приуныл в полуминусе. Блядь. Ходит? Где Поджи. Ты, Килджит, приуныл? Иди, Килджит, пока спасаю, посмотрите. Пока флаг по контролю. Посмотрите, где он. Короче, я тогда все, я перезахожу. Да ты дурак! Ты его не спасешь никак? В яме лежит. Я лежу в яме, нет. Это не полуминус, Килджит, это полный минус, брат. Да, у меня уже только что Диман такие. Ну, все, теперь можно. Ого, я тоже умею так прыгать, смотри, знаешь. Нормально, нормально. Так. Минута осталась, давайте, короче. Минуту просто держишься и все. Ну все, это изи поднимешь, да? Там Килджит идет, блядь. Диман, помогай этому Энигму. А, нету пока, подожди, подожди, помогите, блядь. Блочь его там, я пока этого выручаю. Он проехал. Он проехал. Держи, держи. Че, кого убиваем? Держись. Держись, Энигма. Аптеку. Держись, Энигма, держись, держись, держись. Да давай. Аптеку оба. Все-все-все. Так, блин, нормально? Чест... Ага. Помогите, помогите! Тут аптека, Энигма. Подождите. Корпусом, игра корпусом. Тут аптека, ага. Дурень. Помогите, помогите! Ну давай, давай. Микс, кого, аптеку кого дай. Кого из вас убить? Аптека под лекой. Ага. Да перезаходи, Килл, что ты творишь? Все, моя первая смерть. Это эпик шмэпик. Все, будет он. Ой, Энигма, все, ты проебал, опять да? Опять часовой. Я успею словить. Конечно, успею. А все, у тебя третья смерть на тебе, да? Нет, первая. А ты что, уходишь? Первая смерть. У нас с Килджитом две, у вас по одной. Я тебя вообще выкладывать не буду, если ты так прыгай. Энигма, Микс был в минусе, что ты творил? Возле флага прямо. Ты мог взять флаг и просто его загасить. Давайте заново перезаход. Да, я там помню, блядь. Ох, ёпта. 33 минуты пишем. Да, три... О, это же в ТБШЕ 27 минут. А хером мы за красный зашли? А, я смотрю, где-то туда и зашел. Кто у нас вообще? Кто догонял? Я туда пошел. Что джетпак, чтобы... Слышь, за тобой. Перегоу, перегоу, перегоу. Да хватит ему времени. Там, да не хватит. Секунд лишних, точнее. Ну ладно, давайте перегоу, ладно. Все, блочим его. Вы думаете, вы такие блокировщики, блядь, вообще позор. А ты как думаешь? Я все, все, да-да. Я сверху поеду, приехал. Блочь-то, я сверху прыгну. Сверху, Диман, сверху, сверху он пошел. Он самый умный сейчас меня на базе еще заблокает, молодец. Сверху умница, пошел, дочка. Сверху! Давай, Килджит, охуенно блокаешь. Смотрите, как Килджит надо... Килджит, блокай, 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 Килджит, блокай, блокай, блокай. Блокай. А вы хочешь Диману помочь? Я сейчас ему поможу, все. Ему уже ничего не поможет, блядь.
придурок. Я подожди. Втором... Ну, просто... Стой, стой, стой на месте, стой на месте. Да у меня вытолкает просто. Ну, это долго будет. Да заебись. Он тебе сейчас минку поставит, микс. Ой. Ладно, подлокай, я пока Димана спасу. Долго и гиллит. Энигма опять читерит, падла. Да? Я тебе серьезно говорю, сквозь текстуры катается. Бред, Энигма, брат. Блять, ух ты. Разбежались. Что, у меня курс. Нету, да, Энигма, брат? Да, братан? Да мне похуй, я бачу, что ты бы подняла. Умница дочка, блядь. Это тактика, не надо... Что за херня? Блядь! Что за лаги у тебя? Вот это поворот, что с ним происходит? Я не знаю, что у него там. Ты видишь, прыгает? И ты задолбал. И ты, блядь, вырублю сейчас. Все. Блочим его? Блочим сверху. Да, где-нибудь или справа, или сверху ловим, короче. Да, вот сверху один полетит. Сверху, а я сверху. Справа буду блочить пытаться, а Диман с этого, с пляжу, давай. Он поверху. Он сверху едет. Флаг наверху просто, поэтому едет сверху. Ну, с третьего-то раза у тебя получилось. Что там по игре корпусом, а не глупо? Братан, мне кажется, ты просрал. Ты пляж, братан. Я разогнался, все. Минок мало, 26. Я, увидите сразу инфу. На пляж еду, сам скажу. Блядь, на пляж, ну... Пляж, пляж, пляж. Да, пляж. Там, блядь, объехать можно, нормально, что не тралы жить. Нет, распиздник. Заблокал. Да что за лаги? Охуенно заблокал, понравилось самому. Да я на читах, пацан, сука, блядь, заебалы. Да почти. Блока, блока, килжит. А минки можно... О, коробку, блядь! В коробку, сука, не успел Дашку нырнуть, ебаный. А он тебя умеет право убивать? Да, да, можно. А, кстати, ах, блядь, ты... Без бациллы. А мы на прошлый летсплей, когда с Бериком обсуждали, Жека. Без бациллы там был. Нужно ставить, типа, без флага, блядь, потому что хуй определишь. Ах, ты педик. Вот именно, все, все. Це твоя буде друга смерть, другий програш. Пацани, скотіни, не приграйте. Кілджета і Дімана по дві жека, нам треба ще по разу для епічності летсплею приграти. О, Діман вже в мінусі лежить. Сук! Чмо! Діман спасає, я твою енігму поймаю, коротше. Дімана спасає, там між домами. Окей, окей. Діман, як ти мене спалив, що я в мінусі вже? Діман, як я спасу? Та хер знає. Ну, як-нибудь толкайся. Давай на подъем, на подъем, на подъем. Да, вряд ли получится, но да получится, попробуем. Давай на подъем. А потом с подъемом меня. Тудун, 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 тудун. Еще, тудун, давай, 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 давай. Ёпар, да не идет. Давай. Я быстренько. Это Тима, Тима, жесткая немецкая. Давай, да? Давай, 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 нормально получится. Мы чего научимся, лохи, блядь. Во, пошел, 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 пошел. Да уйди нахуй, сука! Долбоёб, блядь. Скидывай теперь сбоку. Погоди. Минус! Энигма приехал, блядь. Шейминка! Диман, я еду по твоей душе, блядь. Бляха, Диман. Да он не сможет меня убить. Главное, флаг верните. Да ладно, я летсплей растяну, не сцены будут тебе, блядь. Да чё, как? Блочки, флаг верните и всё. Сейчас, сейчас, погоди, погоди. 24 секунды не убьёт. Хорошо. Он поверху, блочу. Молодец. Да все, все, оставит. Он не убьет. Потерпите на минке, блядь! Он не убьет здесь секунд. Не, у него был шанс, что... 2-2-2 получается, у микса один только, да? А, Энигма еще и в минусе. Все, давайте перезаход. Кросс, красавцы, вообще красавцы. Фактика, блядь. Изи. Моя шаурма. Моя шаурма. Она мне лежит таким же, как и я. Шли блокать. Бля, почему мы закрасли? Мы не туда зашли. Энигма, выйди. Нет. Выйди. Да. Нет, вы просто... Мы за синих заходили. Ну ладно, давай мы тоже подождем, у тебя 20 секунд останется, мы зайдем. Блять, Алена звонит. Что мне рубить? А, Волкин, бацилла важнее рубить. Я сверху буду блокать. Да, пляж. Он пляж.
Он пляж. Он пляж. Повторю, мне понравилось. Тима, повтори. Ебать, ебать, я блокнул. Уёбываем. Тима приехал сам, блядь. Ой, ты чмошник, даже поймать меня не можешь, лошара. Да шкать! Димар! Ты чё? На минимум ебался, что ли? Ну, Димар, нет, он, короче, подлагал под меня, а я, короче, минусы задел. Да я же говорю, читерит. Чмо? Вонюк. С пацанкой катаюсь. Энигма. Убивай давай, лошара. Всё, кросс. Нет. А чё я тогда стоял, надо было выходить и всё. Не, не хотел тебя убивать, жалко было. Жалко ты тену. Килдж, иди сюда, наверх. Окей. Моя игра, моя игра. Стойте наверху, короче, ждите меня. Дай я на тебя запрыгну. Ну? Запрыгивай вот на эту хуйню. Нам не прыгнули. Ты и так можешь туда запрыгнуть. Ну, блядь, мне надо, чтобы ты был со мной на ней. И чтобы ты меня на небоскреб закинул вот на эту хуйню. Да не закину я тебя туда. Ты на небоскреб закинь, ты что, дебил? Ты убегай. Он едет, наверх. Уходите, хлопцы. Лови Жаку, он только один раунд проиграл. Килдж тоже два, блядь. Диман два. Я два, бля. Полейте мне Энигма, я Энигму поймаю. Я не знаю, где он. Сейчас я посмотрю. Эй, Жак, а тихо попробуй, блядь. Микс, беги! Жак, тихо попробуй меня с палеты. Да как? Микс, ты нахрена это сделал? Я бы встал! Охренеть! Просто вот... Что работает сейчас? Да шо, шо? Ну все, хана килжит, походу. Помоги, Энигма, сука! Гандонище, блядь! Я кушаю, приятного аппетита мне. Давай, короче, перезайду и просто... Не-не-не-не-не, сиди. В смысле, я просто длитнусь? Да сиди. А, о, спасибо. Я нашел чмошника. Чё-то меня Микс из какой-то безвыходной ситуации вытащил. Блять. О, Диман! Чё, оба минус? Я еще и делит нажал, блять. Да куда? Ой, бля, Диман, он забацил. Окей. Ох ты, дурак, Энигму. Придурок. Я тогда пляж блокую, иди наверх. Я наверху. Он, а скорее всего справа. И дорога и справа идет. Вижу, блочу. Вот тогда нафиг. Дорога и справа. Блочу. Давай. Блок, 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 блок. Поверху пошел. Наебал, что ли? Да. Да вы гоните. Помочь, блядь. А Жек один раунд только слил. Да что ты вышел? Я тебя не убивал. Ты помогай мне, шлюха, ты тупая! Как я тебе помогу? Поцелу! Ебаная пизда, блядь! Как я тебе помогу, Келжет? Тупица, блядь. Там порчик стоит, подъем. Сейчас. Там аптека еще есть. Давай, давай, быстрей. Я его поблокаю. Келжет, отойди, ты тупой. Охуенно, помог Келжет, ебаный помощник, блядь. Чтоб тебя вбило, блядь. Тикай, Евгений. А тебя оставь, я аптеку уже и заберу. Ах ты, падла! Ну, короче, мы делаем вывод, что Энигма падла, и ему вообще не падло. Да что ты, Диман, тебе пожаловал? Я обожаю эти текстуры, боже мой! Стой, стой, аптеку! Нету нее, я уже ее завезу. Это ошибка? Я, короче, я еду и просто на какой-то, я не знаю, на чем просто, знаешь, вот, когда на мост, ну, на карте мосты там вылетаешь, там, типа, что-то спотыкаешь, такая же херня. Вылетаю и в минус, слышишь? Кайф просто. Я смотрю, просто захлопнет изображение, будь ласка, перевертый папку. Справа, поверху пошел. Что? Бодикам ты снимаешь? Поверху. Да. А как Alt F11 сервера поставить? Да. 20 сервак. Alt F11 сервера Микс убрать. О, найс! Нет, норм. Нет, нифига не норм. Ох, блядь, если бы у меня не было дашки, я бы не успел сообразить. Давай осторожненько его сюда. Отлично. Ну что, Кирш, получается, ты проиграл в этой бацеле? Да, ну, в принципе, в первый раз что играл. Так что можно. Ну что это за херня? Как так можно просто... Ай, бомбит.
Это бомби на танке онлайн, на эту днищую игру, хорошая, которая просто лагает постоянно, постоянно вылетает, и всякая хрень происходит здесь, тем более текстуры. Короче, это все танки онлайн надо. Всем удачи. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.